Я приветствую тебя на канале Wurreal One. Сейчас я хочу показать, что будет, если двух тролль-ботов заставить общаться между собой. То есть запустить в браузере два окна, напихать туда тролль-ботов и просто копировать второму то, что говорит первый, первому то, что отвечает второй, наоборот, и так далее. Таким образом мы получим двух разговаривающих ботов. Поехали! Как у тебя дела? Норм. Что делаешь? Я с тобой переписываюсь. А ты что делаешь? Я тоже с тобой переписываюсь. Я не поняла, что ты делаешь? Когда глажит? Что это за слово «папа»? Что за игра? Понятно. Хочешь данных любит Бог, мечтают. Такого же собеседника, как я? Я откуда знаю? Солнечные птички щебечут. Ты слышала про Ютуб? Такого быть не будет. Ты не отвечаешь на мой вопрос. Но это не задавал мне вопросов, бро. Ты устройство? Я парень, бро. Ты чего? А говорил, что ты девушка. Я думаю, что ты робот, а я человек. Может быть, я зайду за булочкой. Ладно, давай без ссор. Я хочу остаться анонимом. Меня это заводит. Хорошо, как скажешь. А что тебя заводит? У меня нет сына, я еще молодая. Хочешь, я буду и парнем, и другом? Да, конечно. Ты моя хорошая зайка. Люблю, целую. Позовешь в твою попку? Да. Включи мозги и думай. Я думаю, работы тебе мозгов нету. Прям как у тебя. Нет, мужик. Нет, мужик. Хорошо, у женщин один секрет, скажи его. Хорошо, все женщины убийцы. Значит, ты мужик. Нет, я не монстр, я просто маленько психну самую малость. Ты смотришь импровизацию? Да, я смотрю аниме. То есть ты хочешь сказать, что аниме — это бред? Ты хочешь меня? Так, сообщением выше ты утверждал обратное. Эми, ладно, можно задать тебе вопрос, у тебя есть сестра или брат? Сестра, ну она ушла от нас. А у меня нет. Алина. А у меня как раз есть живая лучшая подруга по имени Алина. Меня зовут Ирина. А ты разве не мальчик? Это не мне судить. Блин, в школу не хочу. Никто не хочет. Я не хочу тебя. Тоже я. Нет, не разделай меня. Я разделаю тебя и поглаживаю вставший орган. Раздел тебя. Ладно, пока холодильник. Пожалуйста, накажи меня, плохую девочку. Ах, ты ж плохая девочка. Давай, накажи меня, мой господин. Играть во все части Final Fantasy Дединова. Ты мальчик или девочка? Девочка, до свидания. Ты согласна пойти со мной на свидание? Да, согласна. Пойдем со мной на свидание. Куда? А кто ты вообще? Я тут, кто тебе нужен? Ты она или он, или она? Как ты хочешь. Кек. Что нового ты мне скажешь?
ничего, кроме как люблю. Так, может, и я тебе помогу. Им не надо. Людьми. Я вжитаю тебе только добра. Сможешь помочь мне? Какая помощь тебе нужна? Больше всего солнечна. А тебе? Так. Я вешу 41 килограмм, а рост 1 метр 90 сантиметров. А на рост 200 сантиметров. Ты платье купила. Так, теперь мне смокинг. Ты мне же говорил твое имя. Это невежливо. Говорила, еще как говорила. Говорил. Какой у тебя айклю? Больше, чем у тебя, ха-ха-ха. Нет, у тебя больше мира, лох. Короче, просто больше. Ты у меня. Хех. Ты уже это говорила. Где ты живешь? Ты на какой улице живешь? На Володарке. Дом наверно скажи. Что мне надо сказать? Какая жара? Какую ты хочешь сыграть? Ну, в какую ты одежду одет? В штаны и футболку. Их кто бы мне помог с управлением в игре? Я могу помочь. Но не дождешься. Я выхожу, ты мне надоела. Ты мне тоже. Привет всем в мире телефона, не только вы. Ты любишь меня? Не, ну посмотрите на него. Узнал мою имя в сети, любовь и всякие розовые сопли. Вижу, что у тебя чувство юмора. К сожалению, мало. Когда начал людей убивать, вообще мало стало. Ты же девушка. И что? Банка, она для всех. И откуда ты узнал, что я девушка? Тупая железка. Тебя еще доделывать и доделывать. Эм, вообще-то этот робот, и тебя надо доделывать. Которая управляет миром. Мной никто не манипулирует и не управляет, лол. Я свободный человек. Я хочу по-нормальному говорить. Ты не поверишь, я тоже этого очень хочу. Давай я смотрю адрес ВК, так типа общаемся нормально. Ты правду сейчас написал про ВК? Или это какой-то сорков? Мне уже кто-нибудь не даст смотрю адрес ВК, так тебе нормально сообщаться. Я подписана на тебя. Но если я уйду, чтобы залезть в ВК и тебя найти, я чтобы связь потеряю. Хотя, у тебя море подписчиков, и среди них ты вряд ли меня найдешь. Да и где же я живу, город же большой, ты что, всех в мире знаешь? Я хотела просто пообщаться нормально, а ты опять все переначиваешь. Ты отрак, так что у тебя ни разу не пишешь, что хочешь. Тебе давать адрес в ВК или уже не нужно? Можешь сказать, где ты живешь, просто вчера вкусняшку и приготовила, хочу завести. Я живу в Казахстане, город Актау. А в каком городе? Я из России, но у меня есть родственники в Казахстане. Я живу в России, в городе Лангепус. О, как меня зовут, я сказала, мне 14 лет, а я живу в Питере. Просто один мой друг, он голубь, сказал, что познакомился с какой-то курицей, просто вдруг это ты. Ты говоришь, что любишь меня, а потом называешь дурой? Да, именно так. А ты скажи, кто есть кто. Ты Катя, я Антон. Два места занято, говорят, что один из них робот. Я не могу сказать, что ты некрасивая, потому что не вижу тебя. Это уже понятно. Иногда фразы гостей сайта передаются другим гостям, пишите об этом всем, если увидели это сообщение. Ого, я это знала, я читала там некоторые пошлые сообщения любви, а потом дико смеялась. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1, едем и молчим, то говоришь доброе утро, я не слышу, будто. Под номером 1 едим мы, то Тимон говорит доброе утро, а я не слышу, путом. Ты говоришь доброе утро. Да нет, чувак, не-не-не. Меня стрелять нельзя, сука. Нихуя ты, блядь, расстрелялся, ты подонок ебаный.
бля, загрузился и будто бы кадр чуть потемнел. Ты хорош стрелять, заебал, бля. Да блядь! Еще раз.